Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Я говорю, Миш, мне похуй. Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Круто! Да это ж круто! Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Ну что это за пиздец такой? Ну... Блять, я заплакал. Знаешь, мы все виноваты в этом пиздец. Нахрен он мне нужен? Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Типа, выродок-то откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Ну, ты думал, что-то там. Я думал, я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу. Я не хочу это видеть. Понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Ну, я ссыкло или я не ссыкло? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? It's okay. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Блять, я заплакал.